И сегодня мы в гостях у Полины в этом прекрасном интерьере, который был разработан в стиле нашей студии. Также интересно, что здесь есть функционал. Изначально планировка не предусматривала перегородку, и квартира была трехкомнатная. In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Привет, In My Room. Рада вас видеть. Проходите, пожалуйста, в гости. Меня зовут Полина, и я дизайнер студии Левитория. Наша студия проектирует дома, жилые помещения, квартиры в Москве и других городах. А меня зовут Настя, я тоже соосновательница студии Левитория, и сегодня мы в гостях у Полины в этом прекрасном интерьере, который был разработан в стиле нашей студии. Квартира находится в жилом комплексе «Фестиваль Парк». Ее площадь составляет 94 квадратных метра. И данная квартира спроектирована для моей семьи. Нас 4 человека, я, муж и двое детей. При покупке данной квартиры от застройщика нас не устроила планировка, которая предлагалась. Соответственно, мы хотели сделать пространство удобным, функциональным именно для нашей семьи. Квартира выполнена в современном, очень лаконичном стиле, в спокойных оттенках серого, но при этом она очень продумана с точки зрения функциональности мебели и техники. А как все у нас получилось реализовать? Приглашаем вас посмотреть. Начнем наш рум-тур с кухни. Изначально от застройщика это было отдельное помещение, но нам это было неудобно, соответственно, мы объединили и сделали общим пространством с гостиной. Потому что мы любим встречать гостей, тусоваться. Это наш образ жизни. По отделочным материалам здесь выполнен такой интересный стык инженерной доски и керамогранита мелкого формата для того, чтобы это было функциональнее в зоне кухни. Стены здесь покрашены влагоустойчивой краской нейтрального серого оттенка, который выступает в роли фона. Кухонный фартук оформлен потрясающей мелкоформатной плиткой с небольшим рельефчиком, очень интересным. Кухонная столешница выполнена из кварцевого агломерата. Она матовая, в этом есть и плюсы, и минусы, потому что она немного оставляет следы от пальцев. Акцентом здесь является смеситель с ярким гибким шлангом. Фасады кухни здесь выполнены из МДФ серого оттенка, все ручки скрытые. Подсветка здесь сенсорная, включается сенсорным выключателем. И только на нижних шкафчиках присутствуют лаконичные черные ручки. Потолок выполнен из гипсокартона. Мы запланировали, спроектировали приточно-вытяжную систему. Как видите, по периметру опущен потолок. Там проходят все коммуникации. Соответственно, воздух берется с улицы, и в помещении у нас чистый воздух, увлажненный и фильтрованный. Данная система проектируется на самом начальном этапе ремонта. Это нужно заложить в проект, потому что срок реализации такой системы около 1,5-2 месяцев. Также здесь присутствует увлажнение, то есть это скрытое увлажнение, не стационарное, не напольное. Оно также проходит по вент-каналам, и, соответственно, вам не надо менять воду, то есть оно уже заложено. Кухня выполнена в потолок для того, чтобы она смотрелась как стена и не вызывала загромождение помещения. Здесь выполнено два пенала по бокам кухни, а центральная часть отведена под рабочую поверхность, что очень удобно. Здесь у нас раковина располагается, здесь индукционная варочная поверхность, здесь у нас рабочая поверхность для того, чтобы что-то готовить. И также хватает места поставить какие-то кухонные гаджеты, кофемашины, и под них предусмотрены специальные розетки. И вот такое вот очаровательное место для мелочей – это открытая ниша для каких-то специй, для каких-то чаев, кофеев, такой кофейный уголочек. Перейдем к наполнению кухни. Что здесь интересного? Здесь у нас находятся фильтры, измельчитель и, соответственно, место для мусорного ведра не хватило. Мы сделали отдельный бак.
отдельно стоящий, тоже очень удобный. Также очень функциональные шкафчики из МДФ, тарелки, здесь у нас сушка, выдвижные ящики для столовых приборов. Посудомоечная машина очень функциональная, большая, как раз для встречи гостей, для разных мероприятий. Также скрытая вытяжка, индукционная плита, место для кастрюль, сковородок. Также у нас предусмотрен шкафчик для бокалов, очень минималистичный. И, соответственно, винный шкаф у нас убран под столешницу, под остров. Тоже очень удобно для напитков. А барная стойка зонирует обеденную зону от кухонной зоны. А столешница также выполнена из кварцевого агломерата, так же, как в зоне кухни. А стульчики у нас барные, их можно найти в маркетплейсе in my room. Также интересно, что и остров, и кухня выполнены под заказ по специальным эскизам нашей студии. Мы также используем эту зону как рабочую поверхность и также для приема пищи. Здесь у нас расположилась столовая зона. Эта конструкция выполнена также под заказ. Она объединяется с барной стойкой и переходит вот в такой небольшой диванчик. Здесь и сидушка выполнена на заказ, и все подушечки. Далее располагается вместительный стол для большого количества гостей, членов семьи. Можно собираться, устраивать обеды, ужины. Такие же стулья вы можете найти на маркетплейсе in my room. Также интересно, что здесь есть функционал. Дополнительные ящички в нижней части выдвигаются и используются под хранение. Хочу рассказать про свет. На кухне мы использовали три сценария освещения. Это подсветка острова декоративная, подвесные черные бра лаконичные, также точечные споты белые и подсветка рабочей зоны. Также мы использовали скрытый карниз, он спрятан в потолок, и два вида штор, тюль и блокаут. Также они зонируют помещение, и мы попадаем на лоджию. А радиатор мы перенесли из подоконного блока на стену, и получилось очень красиво, стильно, лаконичный вертикальный серый радиатор. Также для того, чтобы разбавить общую серую нейтральную гамму интерьера, мы привнесли небольшие акценты красного цвета, которые дополняют друг друга. Это картина и часть смесителя. И также в декоре здесь использованы красненькие перышки. В зоне гостиной стены выкрашены в более темный оттенок серого, для того, чтобы подчеркнуть брутальность нашей перегородки, которая ведет в следующую комнату. Также в гостиной расположен удобный мягкий диван для всей семьи, журнальный стол и киевский комод насыщенного синего цвета, а также ковер, который удачно расположился и сочетается с цветом дивана. И очень функционально удобный столик, который вы также можете найти на маркетплейсе in my room. Здесь необычно выполнена зона подоконника. Подоконник не выпирает, он сделан вровень со стеной, и это натуральный черный сланец, а откосы у нас покрашены в черный оттенок для того, чтобы все это создавало такую рамку и контрастировало. Шторы здесь обычные римские текстильные, которые не занимают слишком много места за диваном. Для того, чтобы подсветить зону дивана, использовали черные бра простой формы с двумя направлениями подсветки. Основное освещение – это точечные светильники. Стеклянная перегородка до потолка зонирует гостиную зону от зоны кабинета. Изначально планировка не предусматривала перегородку, и квартира была трехкомнатная, но за счет того, что мы отделили кабинет, квартира стала четырехкомнатная. Мы предусмотрели в этой комнате шторы для того, чтобы можно было закрыться и полностью уединиться в кабинете. Это очень важно для рабочего кабинета. Поскольку у меня очень музыкальная семья, то в этой комнате можно уединиться и играть на инструментах. Окно большое, угловое, это солнечная сторона, поэтому здесь много света. Эта комната также впоследствии рассматривалась как дополнительная комната для ребенка.
Здесь есть диван, который раскладывается, еврокнижка, так что здесь могут остаться гости переночевать и в дальнейшем также быть спальным местом для ребенка. Похожий диван, кстати, вы можете тоже найти на Marketplace Inmarum. На Marketplace Inmarum собраны 1000 товаров от сотни производителей. Вам достаточно связаться с одним менеджером, оформить один заказ, и вам привезут все одной доставкой. А сейчас мы находимся в детской комнате. Это самое яркое наше помещение. Здесь основной цвет стен серый и акцентная стена зеленая. В полу инженерная доска. Также хотела рассказать про функционал. Мы использовали очень большое рабочее пространство с большим количеством хранения для игрушек, для учебников, потому что дети школьного возраста. Комната разделена на две части. Это большая рабочая зона для двоих детей с функциональным хранением и, соответственно, зона дивана и ТВ. И большая игровая спальная зона на втором ярусе. Это является фишкой нашего интерьера. Про нее расскажем чуть позже. Рабочая зона состоит из большого рабочего места, столешницы из шпона, дерева и, соответственно, больших зон хранения. Это закрытые ящики и открытые полки. Также зона окна выполнена из шпонированного МДФ. Это подоконник и откосы. Шторы римские, натуральные, тканевые. А в гостиной зоне располагается диван. Он раскладной, соответственно, на нем могут оставаться друзья с ночевкой. Это очень удобно. И зона ТВ, также с ящиками для хранения игрушек и книг. Одной из фишек этого помещения является вот такой вот необычный второй ярус. Так как мы не хотели загромождать пространство первого этажа и ставить здесь кровати, мы придумали необычную конструкцию, которая состоит из шкафчиков и второго яруса, где расположены подиумы под спальные места. Здесь имеется небольшой перепад формы, так как в зоне двери потолок повыше, а в зоне шкафчиков он пониже. Забраться можно по лесенке, она очень прочная. А также на втором этаже располагается не только зона спальни, но и игровая зона. Там есть светильники, там есть яркие бра, и дети очень любят там собираться и играть в игры. Она очень прочная, всех выдерживает. А здесь использованы точечные светильники для освещения зоны под подиумом. Шкафчики для хранения одежды. Здесь имеются вешалки для одежды и в других шкафчиках просто полки для хранения. Верхняя часть закрытая, нижняя часть открытая, для того, чтобы ребенку было легко достать корзину, убрать игрушки и задвинуть обратно, сделать это самому, не звать на помощь родителей. В этой комнате также несколько сценариев освещения. Основной свет, подсветка рабочей зоны точечными светильниками, направленными, поворотными, и также бра над диваном, имеющие тоже приглушенный свет и точечно направленный свет для чтения. С прихожей мы попадаем в спальню. Отделочные материалы у нас такие же, как во всей квартире. На полу инженерная доска, покраска стен в светло-серый и темно-серые цвета. Также здесь продумана кровать. Будущая рабочая зона с ящиками выдвижными и с дополнительным хранением. Также верхние фасады у нас фрезерованы. Это сделано для того, чтобы работала вентиляция в данном помещении. Комната небольшая, но функциональная. Все, что нужно для сна и работы. Вот эта стена является акцентной. Она выполнена декоративной штукатуркой. Это особая техника нанесения. Мягкое изголовье, очень удобная кровать. Похожую кровать вы можете найти на Marketplace in My Room. Из мебели также здесь присутствует прикроватная тумбочка в углу. Полка, выполненная под заказ для косметики, для украшений. И, соответственно, вот эта стена, ниша, тоже является акцентной, украшает данное помещение. Она выполнена тоже из инженерной доски. И здесь особая укладка, очень красивая. Также хотела рассказать про текстиль. Очень мне нравятся эти шторы. Металлизированные шторы, они не blackout, но, в принципе, в этом помещении они и не задумывались. Соответственно, тюль и вот эти вот шторки.
Здесь мы продумали несколько сценариев освещения. Это основной свет, также точечные светильники и, соответственно, подсветка бра для чтения. И есть еще вот такая подсветка ниши, светодиодная. Соответственно, каждый может выбрать для себя определенный сценарий. Дневной или вечерний приглушенный. И теперь давайте пройдем в гардеробную. Мы зонировали комнату, то есть, соответственно, это была одна большая комната. Мы зонировали и сделали две части. Спальная зона и зона гардеробной. Ну, здесь две зоны для меня и зона для мужа. Соответственно, очень удобно и скрыто от посторонних глаз. Из гардеробной мы попадаем в отдельную ванну душевую. Это мастер-ванная. Выход у нее есть только из спальни. Раковина с тумбочкой подвесной и унитаз с инсталляцией. Также есть полотенцесушитель, зеркальный шкафчик, который расширяет пространство, и ванная кажется больше. И очень удобная полка, ниша для хранения разных баночек. Из отделки мы использовали напольный керамогранит крупноформатный, также крупноформатную плитку на стенах. И, соответственно, зону душевой мы выделили, сделали такой вот мелкоформатной плиткой под кирпичик. Тоже цвета кирпич. Потолок выполнен из гипсокартона, опущен. Соответственно, там спрятаны коммуникации для приточно-вытяжной системы. Светильники здесь точечные, накладные стаканчики. Душевая зона у нас представлена, значит, в строительном исполнении с трапом. Также встроенные смесители, тропическая лейка, обычная лейка и, соответственно, очень вместительная функциональная ниша для хранения шампуней. Выполнена под покраску. Полочки из камня. В зоне прихожей по отделочным материалам на полу расположен керамогранит, такой же, как и на кухне. На стенах у нас покраска, и стена с входной дверью выделена в акцентный черный цвет, в цвет двери. Также здесь темно-серый цвет и фасады шкафчиков, которые сливаются с цветом стены и выполнены в потолок, для того, чтобы они воспринимались как цельная стена. Также хотели рассказать, что здесь по проекту от застройщика была дверь в санузел, и места для прихожей практически не оставалось. Соответственно, мы сделали перепланировку, вход в санузел сделали со стороны спальни, а здесь углубили на глубину шкафа и сделали большой во всю стену шкаф, который сливается со стеной и очень функциональный. В частности, здесь, например, у нас вешалки для одежды, их не видно. Вот, соответственно, здесь обувь и всякие шапки и шарфики у нас находятся в отдельном выдвижном ящике. А детям, чтобы было удобно вешать свою одежду, при входе есть такая вешалка, она по высоте ребенка, очень удобно вешать свою одежду. В этой зоне зеркало фигурное, круглое, под ним размещается специальная тумбочка для хранения каких-то мелочевок. Она узенькая, не занимает много места, выполнена в цвет стены. Удобный пуфик для того, чтобы мы могли прийти, сесть, разуться, сложить какую-то мелочь. Похожее зеркало и табурет можно найти на маркетплейсе In My Room. По освещению здесь точечные светильники, накладные в форме стаканчиков. Второй сценарий освещения – это декоративная бра на стене над зеркалом. Также мы не забыли продумать мастер-клавишу. Это клавиша, которая выключает весь свет в доме. То есть, если вы куда-то уходите, уезжаете, нажимаете одну клавишу, и не надо думать о том, чтобы бегать по всем помещениям и выключать свет в каждой комнате. Ну и неотъемлемая часть нашей жизни – это наши рыбки. Находятся вот в таком аквариуме подсвечиваемом, и рядом у нас пианино. Дочка и муж очень любят музицировать. Из прихожей мы попадаем в санузел, гостевой и детский. Здесь самая главная задача была это разместить зону стирки, поэтому у нас большая столешница, в которую помещается стиральная машинка с функцией сушилки. Далее по отделочным материалам на полу у нас крупноформатный керамогранит под бетон. На стенах очень интересный материал – это декоративная штукатурка под бетон –
с влагоустойчивым покрытием для того, чтобы капельки воды, попадая на нее, просто стекали, отталкивались. Стена за ванной у нас акцентирована цветной плиткой, так же, как и стена за раковиной. Это мелкоформатная глянцевая плиточка с неравномерным, очень интересным цветовым рисунком. И также здесь сделана специальная ниша для того, чтобы хранить какие-то баночки, скляночки, выделенные черным цветом под покраску. Здесь находится вся система увлажнения, которая распределяется по всему дому. Также здесь находятся хозяйственные средства и ящик для белья. Для доступа к сифону под ванной всегда делаются съемные плитки. Здесь сделали каждую плитку съемной на магнитах, и можно подобраться к пространству под ванной. Здесь, как я сказала, очень просторная столешница из кварцевого агломерата, имитирующего текстуру камня. Поэтому раковина у нас встроенная, без бортиков, очень удобно это убирать. Темные акценты смесителей, стеклянная шторка, никакой тканевой шторки. Здесь предусмотрена ручка для хранения полотенца. Здесь фигурное зеркало с деревянной рамой. Оно без встроенной подсветки, но здесь есть подвесные светильники, благодаря которым можно делать макияж и хорошо подсвечивается зона. Здесь находится хранение всяких мелочей для ванны в выдвижных ящиках. Вот и закончился наш рум-тур. Надеюсь, что вам было интересно и полезно. Если остались какие-то вопросы, пишите нам, звоните, постараемся на все ответить. Пока!